полезных таких дел было у нас в стране. Вот. И он такие станции строил, он во время войны Денкизов, вы, наверное, знаете, руководил всеми перевозками союзных караванов. Он вообще-то построил наш институт, где я сейчас работаю, имени Потанина, в Ярославской глубинке, очень далеко от Москвы. Имея такой мощный и современный корабль, это позволит, во-первых, быстрее реагировать на обстановку и быстрее выполнять поставленные задачи.